Итак, всем привет, с вами Алла Фрункин, и сегодня я буду играть в The Binding of Isaac, Rise of the Lamb. Открыл я почти никого, не открыл. Играю за Айзека, пытаюсь пройти. Ну, смотрим. Игра практически непроходимая из-за своих боссов, из-за своих мобов. А еще если купишь этот DLC за 60 рублей, то вообще фиг пройдешь. Сама, блин, игра стоит 200 рублей. Еще дополнение. Еще деньги. 60 рублей. Которые могу уже сюда играть. Окей. Баба. В ближайшее время мы... Ау. Мы с дальше будем... Ну, не будем мы выпустить. Ну как? Начнем записывать. Кое-что я не знаю, может ли вам понравится или нет. Ну а те, кто зашел уже, когда эта серия есть, то поздравляю. Вы знаете, о чем я говорю. Аубердамагер! Аубердамагер! Здесь жить. И вон там босс, вот тут. Я прям ванамас. Только я не оттираю. Да, иди сри в другое место. Эй! Эй, братиш! Братиш, не трогай меня. Сейчас я намереваюсь пройти эту игру. Ну, как видите, с ними не успеть, но даже на таком легком боссе, мне кажется, я не пройду. Самое, что странное, почему-то, когда я играю за Ив, мне никогда не попадаются на ХП, ну, практически. А тут у меня постоянно практически из боссов падает либо брекфаст, либо ланч, либо еще что-то, либо десерт. Опа. Опа. Бил. А вот здесь у меня шанс. Ну что, пухи, говноки! Кстати, Тача, привет! Извините, что так долго не выпускал видеоролик. Ну ничего, зато скоро мне купят 41 новый монитор, я буду сидеть в двух мониторах, и это будет просто классно. Правда, никакой оперативности компьютера мне это не даст, но будет вообще вообще. 40 дюймов, еще плюс где-то 20 дюймов, итого 60 дюймов. Двух этих. Ну считайте, 40 дюймов, 80 сантиметров. Широкий план вообще. Бежим, 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 бежим. Я уже посрался. На, зуба.
папы. Попадание. И я срал.
Оля! Я намереваюсь убить тебя. Один. И все, и last hit давай. Молодец. Кроссово. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Ну чё?